Бурение по навигатору с точностью до 10 сантиметров. Сетку скважин показывает программа бортового компьютера. Местоположение станка определяется по спутникам. Кобус – часть программно-технического комплекса «Бластмейкер» – системы высокоточного позиционирования и навигации буровых станков. После длительных пилотных испытаний она была установлена на всех 5 станках карьера «Юбилейный» и уже второй год успешно эксплуатируется. В результате внедрения экономический эффект за прошлый год составил 10,7 миллиона рублей. Это экономия шарошечного долота бурового инструмента, экономия, именно оптимизация именно бурения погонных метров и взрывчатого вещества. Виталий Локтионов работает оператором буровой установки с 1990 года. До недавнего времени ему приходилось трудиться, как говорится, дедовским методом – вручную переносить точки бурения с проекта на площадку. На каждую скважину выходить, размечать блок, выставлять точки. Условия труда улучшились. Бурение производится по системе Кобус. Мы смотрим по Кобусу, меньше выходим на улицу, чтобы не выставлять точки, наезжаем по экрану. Бластмейкер – это автоматизация и мониторинг в одном флаконе. С одной стороны, система оптимизирует буровые работы и участвует в составлении проекта, рекомендует сетку бурения, рассчитывает оптимальный заряд на каждую скважину. С другой стороны, датчики бортового компьютера собирают и передают в режиме онлайн данные о параметрах бурения. Их программа тоже учтет при составлении следующего проекта. Теснее стали работать с маркшейдерами, геологами, все точности, потому что теперь мы вбиваем в свою базу данных геологию по всем породам. Все тонкости теперь знаем. Еще больше тонкостей учитывает программа при составлении проекта, поэтому экономить получается по нескольким направлениям. К примеру, датчики с бортового компьютера станка передают более детальные данные о характере пород на конкретном участке. Это позволяет системе точно просчитать количество и глубину скважин, то есть лишние метры бурения заведомо исключены. Повысилась производительность бурового станка, что не теряет время на расстановку. Вот. И так более точное получается распределение скважин, которые, соответственно, и получается и взрыв. Светлана Угрюмова, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».